Если вы много времени проводите за компьютером или вас периодически мучают боли в области шеи и плеч, массажная накидка US Medica Roomba – это то, что вам нужно. Пользоваться накидкой очень просто. Чтобы размять шейно-воротниковую область, просто накидывайте ее вот таким образом. Руки кладем в специальные кармашки. Благодаря им очень легко менять положение накидки и даже интенсивность массажа. В Roomba используются два популярных приема массажа – постукивание и поколачивание. Иначе говоря, поколачивание – это более частое постукивание. Эти два приема сочетаются в 5 программах, образуя различные ритмические рисунки разных темпов. В зависимости от уровня вашей подготовки, вы можете выбрать один из 8 вариантов интенсивности массажа – от мягкого до максимального. Обратите внимание, что начать использование массажера стоит с первого уровня интенсивности. Сеанс массажа длится 15 минут, после чего устройство автоматически отключается. Массажная накидка US Medica Roomba с легкостью заменит вам массажиста. Сеанс массажа длится 15 минут, после чего устройство автоматически отключается. Массажную накидку US Medica Roomba можно использовать не только для шейно-воротниковой зоны, но и для любой другой части тела, например, бедер и ягодиц. Массажная накидка US Medica Roomba с легкостью заменит вам массажиста. Она великолепно расслабляет и тонизирует мышцы воротниковой зоны, а также снимает усталость и стресс.